Привет, ребята, исследователи. Давайте исследовать опять еду. Я просто думал, что все консервы уже поганые, потому что просто ну, многие даже так воняют, что с голодухи-то не тяжело есть. Может быть, конечно, в мега-голод я бы и съел, но просто даже те, которые 50 рублей стоят, это хламина. Но оказалось, что есть консервы вроде таких вот сайра, которые вполне нормальные по вкусу, можно сказать, вкусные. Это так. Ну вот сайра, производитель где-то Приморский край, Дальний Восток, либо Калининград. Есть еще Псковская область. Ужасные консервы. Правда, я там пробовал бычков, я не пробовал сайру из этой Псковской области. Ну, что-то даже неохота. Там были такие отвратные килька и бычки. Ну и куча с Московской области. Вот это, по-моему, сайра тоже с Московской области. Она... Ну, нормальная. Как бы хорошая, можно сказать. И вот, которая в народном декабре я купил Доброфлота. Там вообще вкусная, ну, консервы. Можно сказать, на пятерочку. Там даже вот эта жидкость, которая налита. Вода, бульон, можно сказать. Он был вкусный. Так. Ну и вот пока я просто, чтобы не съел, потому что я все съедаю, постоянно еду. И показывать. Так, ну что... Это майонез. Не думайте, что это какая-то грязь или плесень. Нет, это майонез. Что там? Какие-то кожура. Ну, по вкусу нормальная. Как бы, ну, на четверочку оценил. Стоило что-то 60-80 рублей. Где-то так. Владение. Что это? Город Домодедово. Поселок. Не знаю. Пункт. Пупипирка. ГПЗ. Перерабатывающий завод. Городской, наверное. Константиново. Объездное шоссе. Владение номер один. Владение. Государство владеет страной. Так, по заказу Петербурга. Все, ну, более-менее нормальное. Что консервы бывают еще нормальные. Цена, конечно, 100 рублей. Таких нормальных, это дорого все-таки. Это же... Тут рыба-то 200 грамм. То есть получается... На 5... 500 рублей, блин, для меня дорого, как для кого. Ну, а сельдь невкусная была, такая же похожая баночка. Так, ну, в общем, все. Вот код. Все, пока. Ребята.